Всем привет! Идея снять видео сегодняшнее у меня возникла прямо вот за одну секунду, прямо сейчас. Не собиралась снимать видео, потому что, честно скажу, снимать нечего. Нечего мне вам показать. Для пересадок у меня пока что никто не наклевывается. Вот. Но зато я сегодня... У меня такая мини-уборка. Смотрите, сколько пыли на полке, на стеклянной. И это, конечно, без конца. Вот это вот без конца. Поэтому сегодня у меня полив. Потому что скоро я на дачу опять. Вот. Поэтому вот так вот снимаю. А некоторые орхидейки ставлю на стол. Тут у меня такой немножко... хаос. Вот. Вода, кстати, у меня и в бутылках, и в опрыскивателе. Некоторые орхидеи я опрыскиваю сначала, а потом, если вижу, что корневая, нарощена, все хорошо, то я туда водички немножко добавляю, потому что сейчас лето, сейчас жарко. Вот. И некоторые орхидеи, конечно, у меня стоят как бы от полива до полива больше 10 дней. Да, в керамзите, и вот такое количество дней. Вот. Так что поливаю потихонечку. Но прежде чем поставить их на место, политые орхидеи, мне нужно навести порядок на полках. На полках у меня, конечно, очень грязно. Очень грязно. Вот. Такое вот у меня сегодня грустное видео для вас, наверное. Но могу вам сказать, что в процессе поливания орхидей я могу, к примеру, найти какую-нибудь орхидею, которую срочно торчит один корень, к примеру, да. Вот, я могу взять и перевалить ее, то есть быстро вытряхнуть ее из горшка, вставить корни, так сказать, назад. Вот, и таким образом... как бы, не считаю это какой-то пересадкой. Но, тем не менее, это происходит иногда. Вот у меня орхидейка сидит до сих пор в кокосовом субстрате. Кокос. Это сейчас скажу, что... Этот... Господи, как он называется-то? Леопард. Это, блин, была куплена детка такая маленькая, господи, 1,7. И думаю, когда она вот вырастет, и когда вообще меня порадует, когда я увижу там цветы вообще. Походу, никогда, наверное. Настолько вот я зареклась больше 1,7 не покупать, потому что долго ждать цветения. В общем, сейчас я ее полью, потому что она тоже подсохла. Кокос быстро тоже просыхает. Не только один керамзит сохнет, но еще и кокос. Я так смотрю, что корни сухие, поэтому в кокос я обычно попрыскаю немножко, чтобы он как бы впитывал лучше. А потом чуть-чуть поливаю, потому что прыскать это слишком долго. Вот. Так вот. Немножко пролью и потом горшочек туда-сюда. Чтобы субстрат намочился. Тут у меня на окошке, смотрите же, кто стоит. Не знаю почему, решила поставить ее на окно. Кстати, она у меня политая. Это она тоже сидит в кокосовом субстрате. Это вот как я изначально начала сажать все в кокос. Так вот с тех пор несколько там каких-то орхидей не пересадила, потому что чисто зрительно они себя неплохо там чувствуют. Ну, пусть и сидят тогда, ладно. Вот, смотрите, у нее один цветонос. Она уже давненько цветет. Я вам ее, помню, показывала несколько цветов, когда было. Вот. И она дала, смотрите, вторую стрелочку. Такая вот красотка. Кстати, ароматная. Но когда один цветок, так особенно аромата, конечно, я не чую. Golden Sand. Это которая должна быть бабочкой. А почему-то оказалась вот такая красавица. Обманули, как обычно. Обманули. Тут же стоят мои гераньки.
Решила пока не сажать их. Но тот, кто не в курсе, я тут просто выпустила видео, как я чеканула немножко макушку у герани. Вот, и вот это вот буду сажать. А это детки. Ну, листик засох. Это я тоже вчера, или когда там позавчера, посадила. На фитиль их тоже поставила, потому что они мучаются в тепличках, в пакетах. Вот. И ну, из пакета вытащила, не накрывала, поэтому лист сразу засох. Не хватает немножко влаги, сухой воздух. Поэтому, ну, я думаю, что все будет нормально. Ну, края подсохли, а вот это не подсохло. Вот это тоже подсохло. Вот. Я просто, уезжая на дачу, очень переживаю за них. И поэтому я все-таки решила поставить их на фитиль. И основную тоже маму ихнюю тоже поставила на фитиль. Кто не видел видео, посмотрите на втором моем канале. Из того, кто у меня цветет, это только вот такая мультифлора. Очаровательная, белая. Очень красивая. Много-много цветочков. Прямо букетик. Вот такая вот. Так, кстати, в кокосе тоже сидит. И у нее там детка на детке. Просто там не одна, даже, по-моему, уже, я не знаю, уже со счету сбилась. Плюс акварельный художник. Ну, немножко цвет привирает из-за того, что лампы светят. Ну, вы понимаете, отдает розовым. Все равно, как бы через камеру. Понятно, что лампа хоть и светлого свечения, но там все равно диоды дают вот такое освещение чуть-чуть розовое. Так, ну что? Кот, естественно. Это тут уже один цветок остался. Так и все, больше мне никто не цветет, можете себе представить. Все цветение у нас зимой. Так, вот то, что у меня в песке-то сидят. Слушайте, вот забыла, когда поливала последний раз, и они живы. Живы все. Ну, может быть, полуживы, но... Ой, ну вообще, вот как поставила, один раз полила и вообще забыла про них, честно говоря. Сейчас буду поливать всех. Вот. Подхожу к орхидеям вообще очень редко. Совершенно не хватает времени ни на что. После работы приходишь, уже не до цветов. Вот честно, вот хоть бы только поесть и спать скорее завалиться. Не знаю. Напишите, у кого не так. У кого прямо сил полно. Кто приходит с работы, начинает цветочки поливать, пересаживать и так далее. Но это не я точно. Так что вот такие вот дела. Сейчас буду дальше поливать. Ну, конечно, вот еще вивальди цветет, но она уже как бы отцветает, я считаю. Есть там у меня один раскрытый бутон, но тоже уже отцветает. А некоторые, кстати, вот у меня еще будут цвести. Кто это? Тут пятнистая, по-моему, у меня. Не вижу названия, но, судя по бутонам, это пятнистая орхидейка. Потом... Ой, господи, как она называется-то? Прочитали? Короче, вот тоже многодетная мамаша, которая дитку отделяла. Я, помните, на цветоносе висела. Вот, потом Амор и Мия тоже с этим, с цветоносом. Потом вот эта пятнистая тоже старушка моя. А, вот здесь пошло разветвление на цветоносе тоже. Леодора. И горизонт. Горизонт у меня с боковых почек. Очень долго думал, но просто я не знаю. Месяц не один. И все-таки решил. Решил зацвести. И это тоже пробудил. Вот, кто-то тут еще у меня тоже вон цветоносик лезет. Ну, некоторые как бы хотят, конечно, цвести. Ну, хотят, пусть цветут. Так, это вот пень у меня. Каода, по-моему, да?
Уже, видимо, знаете, невозможно выжить из нее уже больше деток. Но я ее не выбрасываю. Она, конечно, уже при смерти. Но лист-то зеленый. Поэтому вдруг. Ну, пусть. Стоит, есть не просит. Вот. Так вроде все из того, что я заметила цветоносы. Вроде больше как бы никого нету. Тут у меня что-то творится, тут непонятное тоже. Так, это кто хулиганит? Это какая-то розовая орхидея написана. Ой. Почему-то вот так вот решила закончить жизнь самоубийством, наверное. Не знаю почему. Такой вот маленькие листики вот такие. Ну, скорее всего, может, не хватает влаги, опять же. Ой, это что тут у меня? Второй цветонос или корень? Второй цветонос, что ли? На Моромия. По-моему, второй цветонос. Не вижу, ну-ка. Да, блин, не видно. Надо вытаскивать горшок, чтобы разглядеть. Да, скорее всего. Один бы вытянула. Чё ж ты второй-то гонишь? Сначала этот распусти мне красивый. Так, иногда их поругиваю, да, ругаю. Говорю, пальцем грожу, говорю, выброшу, если чё. Если чё, не по-моему будет. Ладно, пошла поливать. Так, для вас просто короткий сюжет сняла, чтобы вам не скучно было. Всё, всем спасибо за внимание. Всем пока!